Опустевшая детская площадка, сломанные карусели, оторванные качели и заброшенный баскетбольный щит. Металл давно заржавел, а на еще целых участках игровых элементов красуются всевозможные граффити и потертости. Так выглядит детская площадка во дворе дома номер 10, расположенного на улице Костычева в Рязани. Жители прилегающих домов несколько лет страдают от того, что в их дворе детская площадка давно заброшена. Ее восстановить надо. Она уже здесь, наверное, сколько мы живем? Мы уже 10 лет, 40 с лишним, 45 лет живем. Вот она с тех пор столько и стоит, бедняжка. Как признаются местные жители, чаще всего они с детьми ходят гулять в другие дворы. Здесь же, кроме горок, от площадки ничего не осталось. Самые маленькие дети даже не могут поиграть в песочницу, ведь в ней скопилась грязь. Жители настолько устали от этой ситуации, что решили принять участие в проекте местных инициатив. Местные инициативы, и нам бы помог депутат, но не получилось. По каким причинам, я точно не могу сказать. То, что здесь группа была такая инициативная, которая этим занималась, но не получилось. Местные жители говорят, что встреча с местным депутатом и представителями муниципалитета проходила в этом году. Помимо реконструкции старой площадки, горожане предлагали построить новую неподалеку. Однако пространства для нее оказалось недостаточным, поэтому остается единственный вариант – ремонт старой площадки. Хотя место для нее в данный момент подобрано не совсем удачно. Детская площадка соседствует с мусорными баками. Управление коммунального хозяйства, в общем, не может ничего сделать с этой помойкой. Перенести ее нет возможности. Но она вот здесь, вот, конечно, единственное пятно черное, которое мешает. А так площадка бы очень была бы здесь, конечно, к месту. По словам местных жителей, они были бы рады, если бы мусорные баки перенесли, а детскую площадку отремонтировали. В таком случае юные рязанцы смогли бы наслаждаться свежим воздухом в своем собственном дворе, а родителям не пришлось бы переживать о том, куда ушли гулять их дети. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».